Женщины носят чулки и колготки и равнодушны к вопросам культуры. 20% из них идиотки, 30% набитые дуры. 40% из них психопатки, сумма нам это дает 90. 10% имеем в остатке, да, и из этих-то выбрать непросто. Носят мужчины усы и бородки и обсуждают проблемы любые. 20% из них голубые, 40% любители водки, 30% из них импотенты, у 10 с головой не в порядке. Сумма нам это дает 100%, и ничего не имеем в остатке. Сорок процентов из тех, что в колготках, неравнодушны к любителям водки. Любят порой голубых психопатки, правда, у них с головой не в порядке. Дуры всегда импотентов жалели, а идиоток придурки хотели. Суни, конечно же, на 100%, дур, идиоток, козлов, импотентов. Процентов и женщин-артистки, с ними иметь надо крепкие нервы. 10% из них феминистки, а половина обычные стервы. Что ж предпринять мужиком при бородках, если проценты тут вышли такие? Что-то из двух или довериться водке, или всем скопом идти в голубые. Кто-то из двух им доверится водке, и всем скопом идти в голубые.